модернизированная боевая машина 9А-33-1Б. Боевая машина предназначена для уничтожения воздушных объектов различных типов при ведении противовоздушного боя как в составе зенитно-ракетной батареи, так и самостоятельно. Основным направлением модернизации боевой машины стало повышение эффективности и надежности проверенного временем комплекса ПВО. Конструкторами завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели. Заявленные характеристики модернизированной боевой машины 9А-33-1Б подтверждены проведенными в ходе ОКР испытаниями, в том числе спусками зенитных управляемых ракет. Модернизация боевой машины затронула порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования. Современная элементная база позволила значительно расширить возможности станции обнаружения и сопровождения целей. Повышена чувствительность приемных устройств, реализована цифровая обработка радиоэлектронной информации, внедрены новые алгоритмы подавления пассивных помех. Скрытность работы боевой машины по воздушным целям повышена за счет модернизации телевизионно-оптического визира. Введен режим автоматического сопровождения цели по оптическому каналу. Устаревший счетно-решающий прибор заменен на специализированный вычислитель, реализованный на современной элементной базе. Это позволило не только выполнять расчеты как штатный СРП, но и проводить документирование боевой работы, а также упростить процесс доработок, связанных с введением новых алгоритмов наведения ракеты на цель, включая ракеты перспективных разработок. В боевой машине 9А-33-1Б реализовано автоматизированное рабочее место командира. Оно позволяет оценивать радиолокационную обстановку и параметры движения целей, а также осуществлять выдачу целеуказания оператору поиска. Модернизация увеличивает срок службы изделия, снижает затраты на эксплуатацию, улучшает характеристики, а также существенно улучшает условия и эффективность работы операторов.